Всем привет, с вами я, Матвей, и на канале Хуэзерфуд. Как вы догадались, Hello Neighbor у нас уже продолжается. Сегодня у нас будет третий акт, как я и обещал. Сегодня мы, наверное, пройдем один кошмар из Hello Neighbor. А саму игру еще где-то нам проходить серии 2-3. Так, сейчас надо будет немножко разлагать игру, потому что лаги слишком высокие. И чё? Всё, сейчас я... Ну, вроде как-то получше хотя бы. Но всё равно есть лаги. О, все, перестало. Получше. У нас заперто. И тогда я сейчас все быстренько сделаю. Там изи. Ну ладно, сейчас я от него оторвусь. Я вроде как от него оторвался, но он все равно меня заколебывает. Достал сосед. Все. Зашибись, оторвались. Ну, в общем, как-то я оторвался от соседа. Поэтому сейчас мы лезем наверх и потом в менюшке отключим дружелюбный режим. То просто я его включил, у меня все сбрасывается. Смотрите, вот. Сейчас нам надо кое-что там сделать. Бежим сюда. Да, конечно, лагает. Без этого не так. Так вот, я уже давно играла, даже не помню, как магниты надо... А, вспомнил, как магнит надо сейчас. И он сам. Ты рушь там все, а я бегу в то место, где мне надо. Я разбился. Это все из-за лагов игры. Если нажимаю смотреть рекламу, но ничего не получается. Все, день — это мое самое любимое время суток. Конечно. Спасибо.
надо аккуратно. Нет. Почти. Вот он, зонт. Не получилось. Бежим наверх. Давайте он нас спалит. Ну вот, он нас поймал. И бежим наверх. Не получилось. Получилось. Да. Надо открывать, брать и попасть. Да, попали. Открываем. Так, Лена хотела бы... А где эта комната, кстати, была? Наверху, по-моему, где-то. Не это, а вот это. Она, да. Знаете, сегодня мы должны попробовать открыть хотя бы кошмар. Берем стул. Вплотную подходим. И никак. Надо чем-то маленьким. Вот наш ключик заветный. Давай его бери. Сюда быть же этот ключик оранжевый, только я не помню, где он. Черт. Печалька. То, что я не помню, где этот ключ найти. Я просто давно не играл.
где-то уже начинаю вспоминать. А, вспомнил. Я как-то это делал. Смотрите. Соседа там нет. Бежим наверх. Прыгаем вот сюда. Как-то делаем вот так. И его как-то можно было здесь забрать. Да. Вот так забираем красный ключик. Не надо прыгать на вагонетку. Так. Раз. Два. Не обязательно вот эти помидоры убирать. Они... так сойдут. Только вот они иногда мешаются, действительно. Но у меня и получалось так. Проходим, значит, сюда. Открываем. И швыряем туда гаечный ключ. Ну, пока что нам это не надо. Нам нужна та красная дверь. А чтобы до нее добраться, нам нужно попасть в такую комнатку. Специальную, секретную. Сюда я, значит, не попаду. Но я помню, как-то попадал. Ну, это значит, придется граммофоны добывать. Придется, значит, как-то так. Без этого делать. Где эта дверь-то была? Комната. А, вон, смотрите. Раскрываем, летим. Все, попались. И заходим. Кошмарик открывается. Мы появляемся, мы маленькие. Да, действительно, мы здесь маленькие. Бежим туда. Это мой самый нелюбимый кошмар. Вот поэтому он мой и нелюбимый. Он как-то так попал. Не получается, видите, это просто невозможно. Но я проходил, вот в чем прикол. Значит, надо отсюда. Вот видите, просто не получается. Напишите, как надо. Может, надо посильнее нажимать. А, получилось. Угу. Сюда. Так, а вот потом.
табличку Exit. А, с Exit вот туда. Потом прыгаем. Ну, куда-то да, сюда. И куда-то мы попадаем. Я вообще где сейчас нахожусь? В каком месте? Вообще куда-то неизвестно, куда попал. А, вот. Я не знал, что здесь можно попасть. На магнит. А потом... А, потом вот сюда. Не получилось. Чёрт. Только не этот. Ну ладно, я думаю, с ним можно разобраться уже и в следующей серии. Хотя, подождите. А, вот куда надо. Не пройдем, короче. Всем пока-пока.